Мне снова сон приснился нехороший, красивый парень, немец молодой, в осенний день от беленой порошей выстрелил в меня с винтовки под Москвой, и я упал в ольховом перелеске и мигом провалился в темноту. Но это ж надо так, от маленькой железки, пролетевшей целую версту. Снайпер улыбнулся деловито, красивая улыбка у него. Сколько ж было нас тогда убито? Почему? Зачем? И для чего? Правды вам не скажут краснобаи, новой жизни графы и князья. Эту правду я, убитый, знаю, и такие же убитые, как я, или те, которых мы убили. Почему, зачем и для чего? Пусть подумают они о том в могиле, где сверху холодно, а снизу горячо. Мне снова сон приснился неприятный, будто я красивый, молодой, отмываю грязь и крови вражьи пятна со своей машины боевой. Я снайпера того на танке переехал, красивую улыбку смерти траками порвал. Что Богу я отвечу? Была то не утеха, а это был мой личный трибунал. Ну что со мной творится, я не знаю. Проклинаю подлую войну. То живу я, то я умираю. Для чего? Зачем? И почему?